Обычно в это время как раз идет сбор еще белого винограда, начинается сбор красного. Но в этом году сбор урожая раньше начался из-за хорошей погоды, из-за того, что ягода созрела раньше на 2 недели. Поэтому белый виноград практически собран. Красный виноград вот сейчас вовсю собирается. Вот мы сейчас находимся на винограднике, это Каберне Совиньон. Как видите, ягоды уже собраны. Уже 3 года, как анапские виноделы собирают по 18-20 тысяч тонн технических винных сортов винограда. Только в этом году планируется заложить порядка 450 гектаров новых виноградников. Уже в обозримом будущем объемы сбора будут только расти.